Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, существует ли возможность восстановить номер после того, как его заблокировали? Да, да. А, то есть это мне в любом случае необходимо подъехать в центр обслуживания? Сейчас, минутку, подождите. Симра. 89, да-да-да, есть такое. Ну, это штрих-код. 063-625-893-800-6230. Совершенно верно. Я в Киеве. В Киеве, да. Вот тут вот как раз в этом и заключается проблема. Хотелось бы как раз этот номер восстановить. 063-313. Да. С решением возможно или нет, да? Ага. А, то есть после этого решения уже можно ехать спокойно в сервисный центр. А, хорошо. Замечательно. Да, давайте. Сейчас, минутку. Да, записываю. Угу. Ага, я понял. Угу. Понятно. Спасибо большое. Я бесконечно благодарен. Хорошего дня. До свидания.